Прославляемся, важнейший момент. Камон! Е-е-е-е! Ну давайте, нужны ручки как нам выше. Мое место работы называется кафе у бобра. Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой совковой фигни. Женщины просят про гранитный камушек груди. Мужики заказывают Владимирский Централ. Однажды один мне 10 раз подряд заказал. Как бы я ни смотрел, работа не фонтан. То ли дело у моего друга пианиста. Начальник был Жора Гаранян. Вообще я с высшим музыкальным образованием. Родители хорошо занимались моим воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или лабухом быть, или двор мести. Программа типичная, не дать не взять. И каждый день кто-нибудь нажирается и начинает ко мне приставать. И чтобы как-нибудь разнообразить собственный трек-лист, я решил запеть свои песни, ведь я голосист. Сочинил песню, пою иногда для местных армян. Песня про то, как фура закрыли. Слезливая такая история с простым припевом. Еду в Магадан, все вместе! Еду в Магадан. Дерьмо, конечно, но местным нравится. Они говорят, у меня талант, я должен прославиться. Уже толпы на входе в кафе у бобра. Все ждут мою персону, все меня встречают на ура. Хозяин бобра доволен, бабки текут рекой. Уволил сессионную певицу, повысил мне ставку. И говорит только: Вася, пой! Вася, пой! Мою песню вы начали продавать в рингтонах. На концерты приходят люди в погонах. Над Черноморским побережьем звучит Магадан. Я реально поднялся, я реальный пацан. Еду в Магадан. Давай, братан, для нашего стулика еще разу. В Магадан. Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой. Еду в Магадан. И вот я на заказнике пою этот трек. Спонтанен, счастлив, выписывает мне чек. Рекомендует меня всем своим друзьям-олигархам. Вы слышали, он рекомендует меня всем своим друзьям-олигархам. У меня песня года, у меня золотой граммофон. Я не верю глазам, и это не сон. И вот министр культуры поднимает стакан. И вы не поверите, из его айфона 3G победоносно на все Министерство культуры звучит. Все вместе! Еду! Еду! Еще разочек все вместе. Еду! Давай, арена, ништячок! В Магадан! Девчонки, не расслабляемся, важнейший момент. Еду в Магадан! Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Друзья, давайте споем и похлопаем в ладоши эту великую песню. Все! Балкон тоже! Еду! Есть же нормальные песни, в конце концов. Еду! Не то, что это оно без нас скачет по ящику изо дня в день. Еду! Простой и понятный каждому человеку смысл. Еду. Ля минор, до мажор, соль мажор и все.